культурном центре СВФУ прошла встреча поколений. Поводом для радостного события стала 95-я годовщина со дня основания Якутского комсомола и 25-летие органов госвласти в области молодежной политики. Подробности встречи в материале Лены Ефимовой. У Виталия Андросова сегодня особенный день. Ныне кандидат медицинских наук, доцент СВФУ, заслуженный работник культуры и лауреат премии комсомола Якутии с радостью и теплотой на душе вспоминает былые времена. В этом году республика отмечает 95-летие молодежного движения «Комсомол» и 25-летие органа государственной власти в сфере молодежной политики Якутии. Очень волновался. Мы в таком возрасте, что действительно любое событие, хорошее или еще не очень хорошее, все равно волнует. Я вспоминаю своих старших товарищей. Они в жизни состоялись. Хотя вот в наше вот сейчас вот такое время мы все-таки в своей душе сохранили образ служения народу. Комсомол в Якутии занимал всегда достойное место в создании и укреплении общества. А для многих он стал настоящей школой жизни. И сегодня прошедшие школы молодежного лидерства востребованы временем, успешно работают и активно проявляют свою гражданскую позицию. Молодежь самая лучшая, потому что это наше будущее. Это очень активные, разнообразные, умные и сейчас очень творческие люди. Очень многообразие информации делает их демократичными людьми, которые в интернете высказывают свою точку зрения. Молодежь, как будущие нации, занимает важную позицию в развитии республики и страны в целом. За этот год в республике насчитывается около 1500 организаций. Я считаю, в дальнейшем Министерство молодежи должно быть усилено, и чтобы и кадры, и вопросы решались Министерством молодежи на уровне районов республики Саха-Якутия, поселений, чтобы они очень плотно взаимодействовали. Общественные объединения сегодня должны поддерживаться на всех уровнях, как на уровнях муниципального управления, так и органов исполнительной власти. И сегодня молодежь перенимает опыт у старшего поколения. Так, к примеру, создается единое общереспубликанское детское движение. Набирает силу стройотрядовское движение. Парни и девушки берут пример со своих старших товарищей и добиваются больших результатов. Елена Ефимова, Василий Соловьев, НК «Саха-Якутск».